Институт международных отношений не остался в стороне, когда Сирия пережила природную катастрофу, активно включился в сборы и передачу гуманитарного груза. Кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения совместно с Центром арабской культуры Аль-Хадара организовали сбор гуманитарной помощи сирийскому народу и подготовили при помощи неравнодушных людей руководство КФУ к отправке его в посольство Сирийской Арабской Республики в Москве. Народ оказался именно таким, что никто не остался просто без внимания в этом плане, и вся фактически Республика Татарстан ежедневно привезли гуманитарную помощь. То, что, значит, если вы увидите, там институт фактически заполнен. Наши студенты работали очень усиленно, сортировали все и упаковали все. И сегодня этот груз мы отправляем в посольство Сирийской Арабской Республики в Москву. Неравнодушные студенты, преподаватели и просто жители республики принесли все необходимое. Теплую одежду для взрослых и детей, детское питание, предметы личной гигиены, общего пользования и многое другое. Руководитель Центра арабской культуры Аль-Хадара Мухаммед Салих Аль-Амари отметил, что работники и обучающиеся вузы ежедневно проводили необходимую работу для сортировки и отправки груза нуждающимся в Сирии. Никаких слов, никаких выражений не могут выражать вот это, скажем, мое впечатление, во-первых, от того, что именно есть такой народ, который там сделал все, чтобы народ в Сирии хотя бы спасли, кто остался в живых. Потому что, на самом деле, кто не подзывал, они тоже страдают на земле, потому что там холодно сейчас. Нигде спать, никаких... Но все разрушено. То, что не разрушила война, добило вот это землетрясение. Казанский федеральный университет на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь регионам, потерпевшим необратимые катаклизмы и режимы военного и чрезвычайного положения. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.